звука побольше. Я и в азербайджанский базбаш, и в узбекскую шурпу лука очень много ходит. Недавно узнал, что французы тоже так поступают. Зимой, когда холодно, знаешь, что они готовят? Думаете, они вот такое мясо готовят? Думаете, они возьмут такую грудинку, такую мякоть, топленое масло, курдюк? Нет. Они берут обычное сливочное масло, много-много лука и берут хороший красный бульон. Что такое красный бульон, прочитайте в Википедии, займите своим образованием. Заливают хорошо, правильно пожаренный лук, заливают бульоном. Ставят в духовку. Сверху кладут одну такую гренку. Сыр. И этот суп очень хорошо работает. Но только я вам скажу, вот этот французский луковый суп по сравнению с узбекской шурпой.